Добрый день, дорогие друзья. Сегодня на календаре 15.05.2022 год. Я вас приветствую в городе курорте Анапа, улица Краснодарская, проходим Крымская. Сегодня мы с вами прогуляемся немножко по другому маршруту. Надеюсь, что также попадем на закат. Посмотрим, есть ли сегодня движуха. Сегодня у нас также выступает одна из кавер-групп, уже другая, не та, которая вчера. Так что мы идем еще и на дискотеку века. Вот такая красота на перекрестке, где, честно, по-моему, поменьше, чем вчера. Хотелось бы еще рассказать, что происходит у нас с погодой. Непосредственно море, да? Любимое нас сейчас от 15 до 16 градусов, в зависимости от глубины, на которой замеряет температуру. И именно море держит нашу температуру воздуха. Поэтому в Красноярске там пишут мне о плюс 30, в других городах там являются температуры воздуха еще даже больше. Но самое важное, что у нас как раз таки именно морская температура до прогрева его, хотя бы до 20, будет как раз таки именно такая. К большому сожалению, счастью, в принципе, что нет резких перепадов, это очень хорошо. Подходим опять к нашим фонтанам, пока еще не поющих, и что я вижу сегодня на закате — облачки, которые нам создадут еще более интересную обстановочку. Вчера мы от фонтана пошли вправо в центральный парк, а сегодня пойдем влево по нашей улице Горького к театральной площади. Там есть тоже некоторые активности. Так что ответ, что с погодой в Анапе, я думаю, теперь вам полностью ясен. И врыв фонтаны уже поют, кстати. Музыку сделали здесь потише, не потому что хотят, чтобы ее не слышали, а потому что вокруг живут люди, и им постоянно одни и те же песни просто, походу, уже совсем давят на уши. Эх, какая красота, как меня радует, конечно, все эти краски, но света уже маловато, хочется больше и красивее. Кто хочет посмотреть в вечерний фонтан, включайте вчерашнее видео, в конце я вам его показал. Ну и, как всегда, много людей, которые собираются смотреть на танцы воды под музыку и софиты. Так, выходим перед ракушкой на улицу Горького. Готовится рок-группа к выступлению здесь. Они будут до 21.45 сегодня здесь звучать. Собирается уже молодежь. Я так понимаю, что довольно-таки популярная команда. Притягивает к себе даже молодежные течения. Это прям радует. Посмотрите, сколько людей в Анапе гуляет. Воскресенье. Хотя погода, честно, не самая приятная. Арт-авеню завершает свою работу. Ну, что-то как-то рано. Наверное, сегодня уже наторговали достаточно, что им хватает. Огромное количество разных анапских сувениров вам предлагают. Ну, не все уже. С левой стороны приветствую. У нас библиотека. Какая красота у нас на газонах образовалась. Обдуемное просто количество цветов высажено. Смотрится прям очень хорошо. Ну и людей прям, знаете, толпами курсируют туда-сюда обратно, потому что все сейчас ищут другие активности. Молодежь веселая, клево. Такая мне очень нравится, позитивная. Театральная площадь. Что-то пустынно, как-то все, наверное, сбежали как раз-таки, пока мы шли. В общем, здесь есть шатер, в котором проходят активности для детей. Смотрите в нашем телеграме «Море Оз». Выкладываю каждый день программу мероприятий, которые происходят на дне открытия, на следующий день, чтобы знать, куда пойти, чем позаниматься. Тут такая тоже мини-сцена добавлена. Работает все полностью, все заведения в центре Анапы. Это очень хорошо. Так, велосипедная дорожка под колясочки. Посмотрите, вот реально, насколько популярна детская зона. Здесь, кстати, были качельки, их уже снесли. Их кто-то спиздил. Блин, вообще молодцы какие. Я так понимаю, тут ларек какой-нибудь появится 100%. Вместо того, чтобы увеличить количество качелей, их уменьшили. Вот, кстати, у нас, смотрите, здесь в День Победы, на праздник Победы были установлены герои, так понимаю, относящиеся к Анапе. Вот так вот. Круто. Я в этом месте, кстати, не был. Это печально. Здравствуйте. Как отдыхается? Да, отлично. В прошлом году мы с вами виделись. Вообще отлично. И в этом году? В этом году или не увидел. Вот, все-таки увидели. С праздником вас поздравляю. Это Русские ворота. Обратите внимание, какое количество людей здесь у нас отдыхает. Прям вообще шикарно. С всех сторон прям летят, бегут. С левой стороны у нас находится Гагипия. Это место, куда можно прийти узнать об истории Анапы. Советую к посещению.
мы идем на набережную. Выходим на набережную. Слева у нас художники. Дерева не хватает, но вместо него, видите, посадили здесь обычное лиственное. Разминаются брейк-дэнс ребята. Они будут тут устраивать шоу. Наши анапские парни. Приходите посмотреть и поддержать. И все сейчас собираются. Кстати, там у нас фаер-шоу в Анапе идет. Тоже очень хорошо. Сейчас посмотрим. Жемчужина, наш фонтан, трогательный, еще не запущен. Потому что прохладно, особенно по вечерам. Слушайте, ну сегодня закат будет прям пушка. Те, кто еще не успел прийти, советую, спешите. Потому что облачки будут подсвечиваться. И я думаю, что мы увидим очень красивое зрелище. Надеюсь, по крайней мере, на это. Смотрим, друзья, на наш кораблик. Он сейчас не настолько востребован, как то, что творится за ним. Хотя на закате, мне кажется, был бы просто восхитителен. Здесь выступают ребята. Они вернулись там из Сочи. Зимой были именно там. Походу, в Сочи не платят столько за темные ночи. И смотрим. Специально для вас фаер-шоу. Есть контакт. Сейчас под солнышком будет вообще огонь. Красавчик. Еще один. Здравствуйте. И убежали. Вот сколько людей собралось. Красота. Еще раз. Прям ворвался еще разок. Нет. Ну что, дорогие друзья, вы можете увидеть, как танцуют ребята в бэт-чату, в Анапе, на набережной, да еще и на закате. В большом количестве как-то круто выглядит. Меня прям вообще радует. Большие молодцы. Оп, оп, какие движения. И все возрасты покорны. Ай-яй-яй, какая красота. Молодцы. Так что все для вас. И зрителей гораздо больше, кстати, чем танцующих. А надо танцевать и танцевать. И танцевать. Какие движения попами, слушайте. Это прям вау. Вау, молодцы. О, красавцы. Людей становится еще больше, танцы еще душевнее. И мы отправляемся дальше в нашу прогулочку. Пойдем смотреть закат уже, как и вчера, с лебедями. Здесь можете увидеть, что собралось большое просто количество людей, которые смотрят, что там творится у ребят. Они здесь в фаер-шоу будут выступать, я так понимаю, все лето, весь сезон. Так что приходите обязательно, будет интересно. Но самое главное, кораблик на месте. И с детками, штурмующими его. Спустились ниже, друзья. Качают отовсюду, с каждого кафе. Причем разная музычка. Смотрите, сегодня море стекло. И просто какие краски рисуются на нем. Как я говорил, сегодня отражение идет от балков обратно на воду. И это просто фантастика. Сегодня сверхтоповый закат. Тот, кто хоть что-то понимает в закатах, должен оценить эту картинку. Это фантастика. Фантастические кадры, конечно, лебедей на закате. Максимальное приближение. Прямо над водой сегодня. Ну что за закат, ребята? Что за краски? Я просто смотрю, не могу поверить, что это действительно происходит прям в реальных нашей жизни. Потому что такая красота, такая фантастика. Лебеди, спасибо вам, что не даете насладиться этими секундами радости, чтобы увидеть просто нереально чудесную картинку. Это действительно фантастически. Стопчик. Они меня боятся, то, что я как будто с палкой. Не бойтесь, ребята, я вас не обижу. Конечно, количество людей меня сегодня прям не сильно радует, потому что вчера было больше. Будет обидно, если сегодня на дэнс, конечно, не все придут. Но мы будем надеяться на лучшее. И что мы вместе опять сегодня потанцуем, позажигаем. И все будет прям очень хорошо. Вот смотрите, девчонки с самыми маленькими бокалами. Решено больше для фото. И большое количество людей отдыхает, смотрит.
на морюшко попивает винишко. В общем, это теперь тема в тренде. С бокалами вина прийти, сфоткаться у моря на закате. Жалко, у меня нет бокалов вина. Его бы тоже не получил. Вот тоже, ребята, с бокальчиками. Все, закат закончился. Спешим сейчас опять на лаунж-зону. Сегодня там должна выступать еще одна кавер-группа. Я надеюсь, что все будет интересно и круто. Не хуже, по крайней мере, чем вчера было. Надеюсь. Все, она готова сегодня уже к танцам. Вау. То есть совсем все по-другому, ребята. Сегодня ребята с гитарами приехали к нам. И уже начинают играть. Причем живая музыка получается полностью. Это еще круче. Подрываемся. Так, если вы сидите дома, слышно, приезжайте, это очень классно. Ребята, расскажите. Ну что ж, друзья, мы желаем вам только выбора. Только отличного летнего настроения. Поехали. Друзья, не стою на месте, а так качают ребята прям очень круто. Вот с этой стороны послушайте. Она была, наверное, отрывать. В этом году здесь продавали вино, в этом году вина нет. Поэтому как-то тяжело, наверное, строится у них проблемка. Вот так мне, ребята, прям очень нравится, как зажигают. Качает.
тихий пишут, что сегодняшний вокруг шум. Пусть так тихий пишут, а сегодняшний вокруг. Шел потом где-то там 10. Вот это бас, это к нам забылись. Прет это так, а мы вечером. Кто сидели где-то там, где-то под вечером. Пятером, кругу друзей. Вокруг шум, пусть так и не пишу. Что слышишь? Вокруг шум, пусть так и не пишу. Вокруг шум, пусть так и не пишу. Что слышишь? Вокруг шум, пусть. Максимально громко пошумели! Это очень тихо, друзья. Еще громче, Анапа, пошумели! Песни вокруг. Пусть прекрасная вокалистка Дарья. Давайте исступаем ее. Аплодисменты. Самый яркий гитарист Черноморского побережья Константин. Почти самый красивый по версии фанатов Роберта Паттинсона, друзья. Давайте еще раз ему поаплодируем. Ну что, споем вместе? Води меня, Серега, на выставку. Громче! Видели в первую ночь, гуляли всю ночь. Громче!
ваш, ваш! Ну что, готовы? Побежали! Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Спасибо за подписку! Если ночь, гуляй всю ночь до утра. Отлично, ну что?